Министерство юстиции в пределах своих полномочий в сфере нотариата проводит плановые, внеплановые и оперативные проверки. Комиссии проверяются помещения нотариусов, режим работы, техническое оснащение, соблюдение правил хранения печати, штампов, информационно-нормативное обеспечение, соблюдение нотариусом законодательства, действующего в Республике Южная Осетия, соблюдение нормативных правовых актов, утвержденных приказов и распоряжений Министерства юстиции Республики Южная Осетия. Для предотвращения ошибок выявленные нарушения обсуждаются сторонами на коллегии ведомства. Сегодня проводится плановая проверка профессиональной деятельности нотариуса государственной нотариальной конторы Знаурского района. Плановая проверка проводится раз в два года. О выявленных нарушениях будет составлен акт и все будет в акте указано. Также о положительных сторонах деятельности нотариуса. Вся тяжесть юридической помощи на нотариальных конторах. Во время проверок комиссии учитываются, в каких условиях работают нотариусы, их помещения. Министерство юстиции оснастили и обеспечили все государственные нотариальные конторы офисной мебелью и материально-техническим обеспечением. Лена Газаева, Замат Кудзаев, информационный выпуск сегодня.